Всем привет, с вами 5, все продолжаем играть Resident Evil 5 оригинал. В прошлой серии мы туда ходили и пошли, и дошли до босса. Ну а босс у нас будет, сейчас вам покажу. Мы только начали сражаться, если что. Сейчас вам покажу, кто за босс. Вот. 7 минут. 7 минут — это все, что я могу уделить вам. А! Это Вескер и Джилл. Наша напарница и Вескер. Не наш напарник. Не подходи! Черт, тут Джилл. Че ты своим пальчиком-то тычешь, как Соник? Тихо. Ладно, я лучше буду Джилл побеждать. Джилл, ты что, забыл? Куда он убежал? Куда она бежит? Да, наша напарница стала предателем. Хватит стрелять мне. Не стрелять? Ладно. Ну тогда Вескер буду. Безобразные результаты. Скотина. Трудно. Ну, как обычно, трудно. Вескер такой. Особенно еще есть Джилл. С моей напарницей. Бывшей напарницей. Ну, то есть, точнее, Криса. Напарницей. Ой. Сучара. Сучара. Хватит. Спасибо. Джилл, привет. Да блин, путаю кнопки. Ой, Вескер, Вескер. Ой-ой-ой, там мы застряли. О, баг нашел. Нам надо в Джу стрелять. Ну, прыгнул, наконец-то. Додумался, что делать надо. Ну, давай, иди сюда. О, у него очки снялись. Прикольно. Опа. Опять надел. Опасно. Ау. Ай. О, что это тут? Прикол. Да, блин, не то. Да, блин, не то, не те кнопки. Где? Блин, я что передал ей? Да блин, кнопки эти, блин. Шеф, иди сюда. Где мне оружие? Джилл, иди сюда, я тебя буду бить. А чё? Мне что, Вескера надо что ли стрелять? Раз нельзя стрелять в него. Да хоть вертушки делать.
Да надоел ты мне уже. Хватит вертушки делать. Дай мне пожить немного. Да он не дает, и все тут. У меня личинки нет. Это капец просто. Что делать? Ну только джил атаковать и все, у меня нет других идей. О, трава. Лечи меня. Кого мне стрелять тогда? Все, патронов еще нету. Ну не надо. Да блин, что делать? Ну это вряд ли нужно, ослеплялка. Время игр кончилось. Вам повезло. На-а. Я думал, ты доставишь мне больше проблем, Крис. Ты меня разочаровал. Да. Давай. Леска, стой. Приди в себя. Как наивно, Крис. Ну что ж, оставлю вас вдвоем. Вам наверняка есть о чем поговорить. Ну же, Джилл! Соберись, очнись! Джилл Валентайн! Крис! Джилл! Потрясающе! Сопротивление на такой далекой стадии. Похвально, хоть и бессмысленно. Время детских игр кончилось, Крис. У меня дела. Надеюсь, мучения Джилл тебя развлекут. Стой, что ты с ней сделал? Что у нее на груди? Надо с нее это снять. Стой, еще один бой. Если снять с нее эту штуку, она может прийти к себе. Ладно, так и сделаем. Значит, ее штука вот эта вот мешает, вот эта вот, которая на груди. Надо снять ее. Это вид, это новый Лас Плагас. Ой, черт! Ну как бы. Трава.
Джилл. Вот она. А, все-таки можно ее убить случайно, ясно тогда. Короче, второй раз сражаюсь и... Короче, вот. Вот она там стоит. Я хотел сказать, как... Чтобы можно, она припрыгла как-то сюда, и Шелл держала, и я мог отключить ее на вот эту штуку, которая на сердце. Поэтому сделал так вот. А, она еще уворачивается, как кошка, блин. Что ж Джилл стало? Шелл, отойди. Хотел заснять, хотел выйти... Я вышел из игры, случайно начал сражаться с Вескером, но уже по-другому. Он начал теперь играть, как будто в прятки со мной начал играть. Вот это ничего себе нашел. Так, ладно, я хочу сначала... Мне нужно прицелиться к сердцу Джилл. Это что такое, у нового Роборус есть, что ли? Во! Эту штуку надо сорвать с нее. Вот. Вот это хотел показать вам. Эту штуку надо сорвать с нее. Ну все, Джилл у нас попалась. Если еще раз такое будет, то это будет бесконечно. Эту штуку надо сорвать с нее. Ну же давай, давай убираем эту хрень. Что ты делаешь? Джилл, хватит, ответь мне! Это я, Крис! Ты что, меня не узнаешь? Эту штуку надо сорвать с нее! Так что можно вот так вот играть. Ага. Да очнись ты, наконец! Ух ты, ты что делаешь? Ой, зачесался и не заметил уже. Джилл, мне надо! Эту штуку надо сорвать с нее. Ну же, убираем. Да скоро еще. Ай. Шелл, держи ее. Ну, держи крепче. Есть. Джилл. Джилл. Ты в порядке? Крис. Прости меня. Все хорошо. Ты Шелл, да? Да. Я не могла ничего сделать. Ну, боже, я все осознала. Простите меня. Мы партнеры. Спасибо. О, слушайте, со мной все будет в порядке. Но его надо остановить. Мы не можем бросить тебя тут. Придется. Это ваш единственный шанс. Если Вескер добьется своего, Ураборос заразит весь мир. Погибнут миллионы. Ну да, но... Я в порядке. А его надо остановить. Крис, только тебе это под силу. Пока не поздно. Разве ты не веришь напарнику? О,
Береги его. Ты наша единственная надежда. Крис. Порядок. Смотри. Пора покончить со всем этим. Пошли. Фуф. Слава богу, все спасены. Так, уже будем сейчас заканчивать как раз. Думал, что я пройду ее. Ну, этого босса. Точнее, я думал, тут Вескер Джилл будет, а оказывается, только по отдельности. Сначала Вескер, потом уже Джилл. Вот это да. О, что-то можно купить. Что это тут у нас? Ага. Автоматы всего лишь. Ну и триггер уже. Ну и магмун. Ну понятно все. Ну и все. Хоть раз уже будем заканчивать. Закончим сейчас. Закончим мы здесь. Как раз уже пособираются патроны и все такое, и чтобы было нормально было. Все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, включите на колокольчик. С вами был все, всем пока.